Здравствуйте, с вами Евгения. Сегодня приготовлю закуску «Веселые цыплята». Для приготовления нам понадобится яйца, сыр, майонез, перец горошком, морковь, зелень, соль, перец и грецкие орехи. Для начала отварим 3 яйца, разрежем пополам и вынем желтки. Края белков делаем зигзагообразными, так как это показано на видео. Желтки нужно размять вилкой. Натрем сыр на мелкой терке и добавим к желткам. Добавим соль и перец по вкусу, заправим майонезом и тщательно перемешаем. Теперь формируем небольшие шарики и обваливаем в измельченных грецких орехах. Так у нас получаются маленькие пушистые цыплята. Кладем в шарик заготовку из белка, имитирующую скорлупу цыпленка. Делаем нашим цыплятам клюв из моркови, хохолок из красного перца и глазки из черного перца горошком. Вот такая интересная и очень вкусная закуска получилась для новогоднего застолья. Приятного аппетита! Попробуйте приготовить сами этих замечательных цыплят. У вас обязательно получится. Смотрите наши видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал о вкусе.ру. С вами была Евгения. Пока-пока!